Так что я не буду говорить, кому я их подарю, но этот человек сразу догадается, когда увидит. Всем доброе утро, мои хорошие! Ну что, готовы начинать 9-й день нашего челленджа? Али, поехали! Сегодня такой тяжеловатый же упражнение. Ари, отдыхаем. 15. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. 14, 15. Ой. Али, 5 отжиманий. Али, завтра возвращаемся. А теперь завтракать всем. И всем хорошего дня. Так, ну что, наш аутфит на двоих, да, Алиса? Смотрите, какие мы сегодня нарядные. Алиса сегодня в платье черном, как и мама, да, котик? Мы с тобой одинаковые сегодня. Смотри, как мы с тобой одинаковые, а? Да. Черное платье у Алисенки, наш такой жилетик мягонький, как этот, как мишка плюшевый. Ну, не было у нее, к сожалению, желтых колготок, я бы одела желтые, но не было. Пришлось одевать леггинсы с розочками. А у меня желтые колготки, янтарные бусы от моих родителей, которые я очень ценю. И
которые я, конечно, одеваю нерегулярно, но я их очень ценю, эти бусики. Вот, ну и платьечко мое черное обычное. Вот, все, так что все, пошли мы. Мама на работу, дети в школу. Али, все, всем хорошего дня. Рафаэль у нас сегодня в красивом. Открой, открой, пожалуйста. На, вот это открой. Покажи, какая у тебя футболка классная. Во, какой он у меня класснючий, да, заяц? Да. Вот ты мой сладкий. Ой, там пузико видно. Ой, там пузико видно. Все, пойдемте обуваться? Али, пошлите. Надо ей. Аккуратно, Алис. Так, сейчас мама со стола вытрет. Так. Мой телефон названивает. Время 7:30. 7:30, а мы уже готовы. Шикарно. Так, сейчас со стола уберу. Ой, Рафа, Рафа, Рафа. Рюкзак отнеси на место, пожалуйста. Что он тут делает? Как хочешь, убирайся на места. Так, какая у нас там погода? Сейчас посмотрим, какая у нас погода, да, куколка? Алиса со своей этой ленточкой играет постоянно теперь. Так, раз, два, три, звездочка гори. Ой, дождя нет, как хорошо. Ой, замечательно, дождика нету. Ура, ура, ура. Это уже хорошо. Ну, прохладненько сегодня. Но зато дождя нету. Али. А, играется, игра. Вы свои рюкзаки проверили, Алиса, Рафаэль? Да. Все на месте? Папа положил в полдник? Гуты положил, папа? Да. Да? Угу. Проверь, Алиса. У тебя есть, окей, договорились. Так, ну что, смотрите, что я купила. Так, где он тут открывается? А вот оно сверху открывается. Я ее перевернула, все рассыпалось. Смотрите, в коробочке было вот такие духи. Духи именно. Eau de parfum, j'adore. Вот такой маленький, типа мувер, стопля. И вот такие. Совсем. Смотрите, какие манюсенькие духи. И вот такой вот. И как они называются? Румяна. И такие румяна. Почему взяла коробочку? Потому что духи, вот такие одни духи, в них сколько там? 30 миллилитров, по-моему. Да, 30 миллилитров. Они стоили 66 евро. А вот коробочка, вот этот маленькие духи, побольше вот эти вот, и румяна, стоили 69 евро, потому что они на вид, вот этот коробочек, на всю эту коробочку была скидка 30%. Получается, я заплатила 3 евро больше, чем стоили только вот эти духи, зато у меня вот этот в подарочек, ну и вот эти румяна. Румянами я не умею пользоваться, честно говоря. Я, наверное, их подарю. Посмотрим. Посмотрим, что я буду делать с ними. Я знаю, кому их подарю. Так что я не буду говорить, кому их подарю. Но этот человек сразу догадается, когда увидит. Не правда ли? Ой, это светло. Вот, так что вот такие вот дела. Детки у нас уже... Ой, у нас еще немножко... Детки попросили у меня iPad посмотреть немножко. Разрешила им. Конец недели можно. Вот, Арно сейчас пойдет мыть свой велосипед, потому что он после обеда сегодня, после работы катался на велосипеде с друзьями там где-то в лесу. У нас замечательная погода, у нас солнышко, у нас тепло, у нас просто шикарно. Я балдею. Надеюсь, в выходные будет такая же погода, чтобы я могла наконец-то поработать в огороде. Вот, на занять, на стажировке, на работе, как происходит все. Слушайте, я балдею, как бы я хотела там остаться работать. Слушайте, такой экип хороший. Коллеги замечательные. Директрису мне расписали, что она такая злюка, ну, нехороший человек, как говорится, редиска. На самом деле, очень приятная женщина, как мне объяснила та, которая за мной занимается, моя начальница, получается. Она говорит, не показывает, главное, что ты ее боишься. И все, и она будет с тобой замечательный человек.
Вот, и, конечно, я сегодня прошлась по всему зданию, вокруг здания мне сегодня показали, и, конечно, здание огромнейшее. Получается, 120 человек детей и подростков, и взрослых там находятся, которые, ну, как, ну, которые это нездоровые, как бы, люди. Вот. Нет, 120, обманываю, 120 человек работает в этой организации. Вот, так что в этой организации работает 120 человек. Получается, на двух больных детей, получается, один, кто? Ну, который человек с ними занимается, типа няня, что ли. Вообще, для этого, конечно, нужно образование специальное, чтобы работать с такими людьми. Люди, которые работают, у них специальное высшее образование. Вот так вот. Так что классно, конечно, я бы хотела. И вы знаете, взяла грех на душу сегодня опять. Нехорошо, конечно, что я подумала. Получается, я нахожусь в кабинете, где два бухгалтера работают. Одна именно бухгалтер, а другая бухгалтер и секретарское дело. И одна, ее не было с утра, и вторая, с которой я работаю, она мне говорит: ты знаешь, что у нее? Я говорю: слушай, мне кажется, у нее что не так, что ли? Потому что, когда мы работаем с ней за компьютером, вижу, что она не может мышкой работать практически. Она говорит: ты знаешь, у нее проблемы с этой головой, склероз пляк, я не знаю, как по-русски. Ну, короче, что-то там вот, ну, болезнь какая-то в голове. И она говорит: ты знаешь, что с этой болезнью люди могут как прожить там 8-10 лет, а как, говорится, через месяц навернуться. Я таким грешным делом сразу в голове думаю: так, мне надо оставить свое резюме здесь, чтобы они меня взяли, если ее не будет той женщины. А то мне так стыдно стало, что я так подумала. Получается, я как бы смерти желаю. Ну, в принципе, я не желаю, просто сами как бы... Даже не знаю, слушайте, так стыдно. Но, честно говоря, прям самой за себя стыдно стало, что так подумала. Вот, так что, не знаю, оставлю какое-то свое резюме. Дай бог, чтобы меня взяли хотя бы, может быть, на краткосрочный контракт или заменить кого-то. Со временем, может быть, как-то и подпишут мне бессрочный контракт. Тем более, находится совсем рядом, всего лишь 11 километров от меня. Совсем рядышком, на машине, за 10 минут я уже на работе. Заканчиваю 4:30. Вот завтра начинаю в 8, закончу в 4 часа. Видите, как классно, конечно. Так что надеюсь, что будет все хорошо у этого человека со здоровьем, ну и найдется место для меня там, для работы. Вот, так что вот такие дела. Арно намывает свой велик. Он так щепетильно относится к своему велосипеду. После каждой прогулки где-то в лесу он его намывает регулярно, чтобы было чистенько. Потом будет смазывать часа два, наверное. Молодец, молодец, что если он ухаживает так. Эо, не обливай меня. А, ну мне... Je suis pas contente d'Arnaud, c'est froid là. Bon, allez. Так, ну что, на сегодня я буду заканчивать, потому что у меня очень много работы сегодня. Мне надо сделать видео, естественно, и мне надо сделать документацию. Пока я еще помню, что я делала, как я делала, я хотела бы записать все это, составить свой, как говорится, такой проект. Вот, так что я буду всех целовать, всех обнимать крепко-крепко, благодарить за то, что вы приходите на мой канал, так что подписывайтесь, если вам с нами интересно. Все, всех целую, всех обнимаю, всем пока-пока.